Чувачочек мне показал путь в ту сторону, да? Так, типа мой отец в этой кукле, надо ему помочь. Первая часть куклы. Видимо, надо использовать монокль. Карта поменялась. Видимо, надо использовать монокль, чтобы найти исходную точку клада. Три части, да? Так, я так понимаю, это надо внизу искать. Да, спускаемся вниз. Здесь. Так, кто есть? Никого нет. Так. Монокль. Чё, куда он показывает? А фонарик нельзя в это время включить? Нет. Ах ты, ё-моё, нихера себе. Воу-воу-воу, вылезла, блин. Девчонка, ты же за меня. Так, надо сюда, ну. Что такое? Что-то я не понимаю пока. Так. Карта поменяла. Так, а что это у меня? Монокль, ага. Карта поменялась. Видимо, надо использовать монокль, чтобы найти исходную точку клада. Исходную. Так. Здесь мы туда, значит. Может быть, надо на ту точку сначала. Так, ну-ка еще разок взглянем. Стрелка почему-то сюда показывает, что сюда надо. Так, я запутался вот. Сюда надо. Сентябрь 900 года. Из-за моих новых лекарств день поменялся местами с ночью. Я все время сплю, лишь только ночью хватает сил вставать с кровати. Вчера ночью я услышал какие-то деревянные шажочки хихиканье. Смех давно покинул этот дом. Я обрадовал, что это дети балуются, и пошла проверить их, но они крепко спали в комнате. В коридоре второго этажа я встретила Темсин. Она взглянула на меня так, будто призрака увидела. Она суматошно начала тащить меня обратно в комнату. Потом со словами «Вам нельзя выходить из комнаты» протянул мне мои лекарства. Со злости я выбил эти чертовы лекарства из ее рук. Какого черта мне нужно быть весь день в комнате? Я что, не вправе даже детей своих проведать? Я так мало с ними общаюсь, им нужна мама, а не эта няня Темсин. Что она делала так поздно? Меня начинает настораживать наша няня. Все понятно. Да, интересно. Так. Ладно, вон там. Еще есть.
Попробуем сходить, наверное, наверх. Вон туда. Так. Типа надо еще выше подняться. О, я уже практически на месте. Значит, не сюда. Шкафы есть? Прятаться. Уже прям еще сразу шкафы. Так. Ага. Так, где-то здесь. Типа туда идти, что ли? Стрелка показывает туда идти. Так, странно. Теперь стрелка показывает, что надо туда идти. Попробуем вернуться в другую сторону. Назад. Попробуем вернуться назад. Так, который вон пониже, вон туда. Уже здесь что-то должно быть. Вот, к стрелке подходишь, и она сразу показывает, вон туда идти. Значит, сюда точно надо, по-любому. Так. Я уже здесь был в этой картине. Может быть, с ней, конечно, что-то связано. Ага. Странно. Странно, странно, странно. Так. Заглянем, заглянем, где я в прошлый раз был. Первый раз сюда вот. Нет. Стой, вот здесь вот изначально, да. Так, типа чё? Вот на картине есть эти знаки. Так, вот картина тоже есть. Здорово, батя. Так. Я понял, короче, надо как-то найти картину. Так, поднимемся повыше, посмотрим. У
Интересно, блин. Вот сюда. Так. Оба-на, дверь открывается. О, вот такая же картина есть. Так, шкафы все есть. Если что, сейчас кто-нибудь. Проверить надо. На всякий случай. Так, и что, типа... Оба, быстрее прячемся, прячемся. Какой-то, вот я так и сдумал. Пришла она. Эта женщина пришла опять. Вот так было, это няня. Все. Ага, так, надо с картинами что-то начать делать. Так. Так, надо вернуться теперь к этой. Ко второй. Посмотреть, что там изменилось на картине. Теперь как раз, наверное, надо в самый низ идти. Сейчас посмотрим. Нет, ничего не поменялось. Так, там тоже картина была, я там что-то двигал. Сейчас посмотрим. Я там тоже что-то двигал. Вот здесь вот она. Во, все части. Типа надо, может быть, все установить, как на картинке там. Нет? Нет, что-то непонятно. Так. Надо вернуться к той карте. На втором этаже. Там что-то должно быть. Там указатели какие-то были. Сейчас посмотрим на карте. Ага, вот они, эти ромбики. 4 ромбика. Так. Надо как-то зарисовать, что ли, себе, блин. Так. Один боком. Второй, точнее, боком. Третий в другую сторону боком. Четвертый. Вверх. Вроде все правильно. Так. Вот первый. Типа вниз стрелка. В бок вторая. Другая. Третий бок. Это вверх. Все понятно. Пойдем попробуем. Сейчас попробуем. Кто-нибудь придет, наверное. Так. Это вниз, все правильно. Вторая в бок. Вот так вот. Вот это вот так вот. А это...
Во. Опа. Что такое? А, во, нога. Все. Отлично.